«Адаптация. Путь в жизнь». Под таким названием в столице региона начал работу новый социальный проект для детей-сирот. Главной целью – убрать барьеры между обществом и воспитанниками детских домов. А еще помочь им полноценно развиваться. Есть различные категории детей, у которых есть особенности физические, особенности психологические, с которыми надо заниматься, потому что сегодня многие дети не готовы после выпуска из детских домов попасть в общество, потому что таких программ обучения нету, и это сейчас, наверное, такой эксклюзив. Школа добрых мастеров открылась на базе Владимирского экономико-технического колледжа. Сейчас в ней занимаются более 40 детей от 3 до 15 лет. Обучение для них проходит в игровой форме. Так легче осваивать новые навыки. Занятия в центре проходят 2 раза в месяц. Для участников проекта созданы сразу 4 функциональные зоны. Оборудован уголок эмоциональной разгрузки, спортзал и даже кухня, на которой дети будут осваивать простейшие бытовые навыки. Я призываю всех родителей Владимирской области, у которых есть сложные дети с определенными проблемами в здоровье, прийти в школу добрых мастеров в Владимирском экономико-технологическом колледже. Даниил Высокий – воспитанник Суздальского детского дома. В будущем мечтает стать дальнобойщиком, много путешествовать и, конечно, обрести собственную любящую семью. Семья, чтобы была, чтобы семья жила, обучалась, много на обучение денег много, И это уже все разрастается, и потом посмотрим, что дальше будет. В ближайшее время подобные проекты появятся и в других районах Владимирской области, чтобы охватить все детские дома и коррекционные школы региона. Все они будут напрямую связаны с адаптацией детей в современной жизни. Светлана Егошева и Владислав Ельцов.